Приветствую сообщество. Продолжая тему кастомных ножей, хочется сделать акцент на том, что в серийных ножах, к сожалению, чаще всего недоступно. Ну, давайте начнем с того, что так или иначе ножи, ну, по крайней мере, в теории, это инструмент. Почему я говорю в теории? Ну, некоторые ножи совершенно очевидно являются коллекционными и чаще всего никогда за всю историю своей жизни не работают, а скорее стоят на полке. Ну или часть ножей, которые в принципе, по крайней мере, производителям не планировались быть коллекционными, но по разным причинам таковыми стали. Так вот, исходим из того, что нож — это инструмент. Ну и даже вот ножи подобного класса, кто еще не знаком с ножами Романа Зеленько, это кастом. Кастом очень высокого уровня. Более того, могу смело сказать, что крайние модели ножей Романа могут более чем конкурировать с ножами ведущих мировых мастеров. Особенно тех, которые застряли на производстве своих там моделей 10 или 15 летней давности. Так вот, исходим из того, что нож — это инструмент, а инструмент должен быть функциональным, удобным, ну или, так скажем, комфортным в работе, должен быть качественно сделан, ну и, соответственно, из качественных материалов. Ну а в идеале, конечно, не без эстетики, ну то есть красивым. И, как многие из вас знают, через мои руки проходит очень много ножей, я ножи точу, причем специализируюсь на дорогих ножах, я ножи коллекционирую, тестирую, делаю обзоры, продаю и так далее. Так вот, исходя из этого, к ножам, которые остаются в пользовании, у меня довольно высокие требования. А при всей, казалось бы, простоте задачи, как мы уже говорили, практичность, функциональность, качество и эстетика, гармонично сбалансировать все эти составляющие, ну, такая уж и простая задача, но, в принципе, выполнимая. На сегодня у меня 5 ножей, которые я хочу показать, в которых, на мой взгляд, их создателям, авторам удалось все эти факторы совместить и при этом создать абсолютно рабочие функциональные ножи. Ну и вот об одном из них мы сегодня поговорим. Это нож Романа Зеленько. Кстати, на канале уже есть обзоры его ножей. Недавно был Цезарь, Виатор. И буквально в ближайшее время я покажу еще несколько ножей. Так вот, ну, кому интересно, ссылки добавлю в описании. Так вот, сегодня поговорим об одной из крайних его работ. Это фронтальный флиппер. Вот как видно, флиппер у него, или плавник, или рычаг у него находится в фронтальной части. Так вот, сегодня поговорим о фронтальном флиппере Корвин. Ну, поехали! Знаете, наблюдая за разными брендами, кастомными мастерами, очень приятно видеть какой-то вот определенный устойчивый прогресс.
Ну и, конечно, печально видеть ухудшение. То есть, к сожалению, некоторые, ну, давно снятые с производства ножи, там, тех же Benchmade, Spyderco и других брендов, иногда очень сильно отличаются и качеством, ну и, в принципе, идеей ножа в лучшую сторону, в пользу снятых моделей. Ну, то есть, то, что выпускается сейчас, ну, так скажем, больше вопросов, чем ответ. А в случае с Романом, ну вот, скажу честно, прям восхищает. Как от ножа к ножу, от модели к модели мастер постоянно растет. Хотя уже и без того достиг очень серьезных результатов. Так, хорошо, давайте я, как всегда, для старта просто покажу нож поближе. Такой очень красивый карбон. Тантообразная форма. Давайте попробую показать. Какой очень красивый ручной сатин. Не знаю, так, наверное, должно быть видно. Анодирование. Вот такая вот красота. Хорошо, о ноже. Ну, первое, что очень важно для ножа, это удобный клин с грамотной геометрией. Я говорю не только о сведении, но хотя обычно начинаю с него, в данном случае порядка 0,25, ну то есть 0,25 сотых миллиметра, плюс-минус. На мой взгляд, это некая золотая середина для EDC резака, в случае, ну естественно, если мы говорим о хорошей стали, о хорошей термичке. Ну в данном случае нож режет, как говорят, аки джедайский меч. Так вот, нож с одной стороны работает своей геометрией, а с другой довольно долго удерживается рабочая острота. Следующий момент – это прямые спуски, ну или немного вогнутые. В данном случае прямые, ну все-таки для EDC ножа в большей степени это кухня. То есть это нарезка, это шинковка и подобные процессы, и вот в данном случае это просто великолепно. Следующий момент, также для этих целей удобно радиальная и максимально длинная линия РК. Кстати, вот именно поэтому из Сибенс мне больше нравится Инсинга. Ну и плюс к этому, для некоторых движений вот удобно вот такое вот перекатывание, поэтому немного радиальная линия РК, это очень удобно и очень полезно в работе. Следующий момент, это минимум насечек, там всевозможных чойлов, подпальцевых выемок. Как видно, вот насечки тут только в одном месте, ну то есть для какого-то вот такого хвата, но опять-таки для кухни это, мне кажется, используется редко. Ну и опять-таки, что важно, нет там каких-то мешающих шпеньков, плавников и так далее. Следующий момент – это удобство для заточки. Благодаря вот опять-таки радиальной линии РК и вот этому вот небольшому чойлику нож затачивать, что на апексоиде, что вручную на камне, просто одно удовольствие. Так, ну и как мы вначале говорили, не без эстетики. Во-первых, это фронтальный флиппер. Вот еще раз, да, кто не в курсе, плавник, флиппер, там, не знаю, рычаг для открывания находится с торца. Возможно, это несколько непривычно, не знаю. По-моему, привыкаешь довольно быстро. Ну и опять-таки в каком-то смысле это ново, оригинально. Да, ну и кстати, коль мы заговорили об этом, вот механика в ноже опять-таки просто сказочная. Прям не могу остановиться. Все-таки для тех, кто любит
пофлиповать, ну вот это сказка. Не знаю, почему, ну вот именно такое решение, я имею в виду фронтальный флиппер, мне очень нравится. Далее, очень красивый тантоподобный клин, вот с таким продольным, давайте протру, чтобы никаких пальцев не было, для, как говорится, полной эстетики. Видео, так вот, красивый тантоподобный клин с продольным ручным сатином, очень красивые вот эти вот линии свежа, анодированный титан, карбон. Как по мне, все очень гармонично сбалансировано, вот в палитре, в деталях, в формах. При, опять-таки, казалось бы, довольно лаконичном дизайне, то есть в нужной степени наличие каких-то мелких деталей. Ну, как говорится, профессионализм в деталях. В общем, ножом очень доволен. Он у меня входит в пятерку самых удобных и практичных ножей. Рома, за нож очередной раз спасибо. Всем рекомендую великолепного мастера и очередную, не побоюсь этого слова, замечательную модель. Ну, а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем интересных и острых ножей. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну и, конечно, всем мира и гармонии. Пока!